каждый новый день — это новая строка романа без начала, начала и конца. 8-летняя Настя Краснова с рождения управлялась только одной рукой. Этим летом сбылась давняя мечта. Вот этот ролик ее родители сняли по просьбе протезного предприятия. Специалисты объявили конкурс, им важно было увидеть, как дети наловчились пользоваться современными протезами, увидеть их суперумения, успехи. Мы решили попробовать, как бы, может быть, в чем-то ей будет удобнее. Ну, действительно удобнее одеться даже, она там может себе подержать кофточку, молнию застегнуть, подержать, то есть шапку одеть двумя руками теперь, в портфель сложить предметы школьные, мел можешь держать, писать на доске. Конечно, жизнь ребенка стала комфортнее, как, собственно, и жизнь Вики Дюбаковой из Омска. У нее два ручных протеза. Помогали купить всей страной, так что теперь девочка и в шашки играет, и даже шахматы осваивает. Помогает Вике и Насте Славе Коболь из Казахстана, тоже не так давно с новым ручным помощником. Мамы радуются. Это новый уровень технологий, причем отечественный. Искусственный механизм приводится в действие оставшимися ручными суставами. За границей такие протезы стоят безумных денег. Они ведь даже помогли ей не просто жить, а адаптироваться в этом мире. Другой посмотрел, да? А что ручек нет, а что пальчиков нет, а теперь все есть. Портфель есть чем взять. У них игрушки на вот этих протезиках, у них часы. Вот так обычных детей в Сколково превращают в супергероев. Их благодарность и за руки, и за поездку в Сочи в одном искреннем слове. Спасибо! Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.